Вернулся я на стенд к NC Custom, тут лежит вот такая штука, вот с таким интересным логотипом. И тут, что вы думаете, я знаю, откуда вы логотип. Приветствую, Леонид. Здравствуй, Данила. Расскажи, пожалуйста, что это? Что это? Это мой бренд. Называется он? Это мой бренд. Бармалей Knives. Бармалей Knives. Собственно, какое название, такие ножи. Это мой нож. Не первый. Первый я покажу на Найфовке. Он еще больше, он еще круче. Называется? Называется нож Нага. А почему Нага? Ну, потому что мне показалось, что именно так должен выглядеть нож с таким названием. Потому что я всегда придумываю сначала название, и потом под него рисую нож. А знаешь, как бы я его назвал? Как? Альдо. Как? Альдо. Почему? А ты смотрел «Бесславных ублюдков»? Смотрел. Альдо Апачи. Но там более такой ублюдочный. Ну, форма, был. Слушай, вот так если взять, то это вот так, знаешь, за угол спрятать, то как будто бы вот так вот прям Боуи, которым он вырезал, короче, ну, может быть, надо пересмотреть будет. Говорит, когда ты вернешься, говорит, ты снимешь свою форму. Мне это не нравится. Мне это не нравится. Рассказывай, что это, какое предназначение у ножа? Это тактик городской и не только. Отличие от основных тактиков, то, что в основном все тактики, в том числе даже UNC, они сведены достаточно толсто. Поднимать люки, отламывать что-нибудь, это же резак. Mm-hmm. Это прям тактический резак. 0,4 сведения, 0,5. Тактический резак, звучит круто. Очень круто, особенно это очень нравится тем, кто действительно занимается тактикой. А сколько здесь ширина? 40 миллиметров? Около того. Честно, ширину не помню. А сведен твой прям очень тоненько. Прям очень тоненько, это резать будет как лазер. Супер. Что по ножнам? Что по ножнам? Ножны, знакомые уже по химерам, угу. Разработанные Pirat Custom, произведены NC Custom. Угу. В таком вот белом исполнении. А почему такая надпись? А такая надпись получилась из одного казуса. Рассказывай. Нож, я люблю казусы. Должен был в таком виде оставаться. Его не хотят сейчас сертифицировать из-за того, что между упором и клинком нету перемычки металла. Давай объясним, чтобы вы понимали, вот этот упор, он тоньше, чем основной фултанг, да, поэтому он не, как вот бы, по идее, не ширина, точнее, толщина обуха 4,5 мм, а по нашему законодательству упор, чтобы не быть холодным, должен быть 3,5. Угу. Здесь он 3,2, если я не ошибаюсь. Но у нас сертификационная комиссия хочет, чтобы здесь была еще перемычечка. А, ну в смысле, чтобы вот так уголка не было и было видно. Чтобы вот здесь уголка сталь. Не было и было видно сталь, иначе их это не устраивает. Хотя, думаю, все равно будут сравнивать с Extreme Ratio из-за выпила. Конечно. У них на шрапнеле ровно такое же. А у них везде. У них везде такое, и все равно сертифицировано. А покажи, как сидит в ножнах, как это все дело выглядит. Сидит в ножнах прекрасно. Никуда не выпадает. Да, и переноска у него предусматривается только на ультиклип. Да? Можно сюда его присобачить. Это да. Ультиклип, это теклок, это стропа будет в комплекте идти по стандартному, если сейчас никакие форс-мажоры не случатся. Которая? Резиновая. Так тебе со второй стороны тогда нужны люверсы. Сюда не вденешь. Так это представляется, просто... Нет, ты не понял. Чтобы сделать стропу, нужно, чтобы здесь были ответные части. Не так. Стропа сюда же крепиться будет. То есть просто петелька резиновая. Зачем? У меня очень много просили, кто хочет на пояс. Поэтому решил сделать... Подожди, немного не понял. А как это будет? Переставляется переходник на другую сторону, и здесь вот так вот получается петля. И оно вот так вот висит. Просто на резинке? Так оно ж вот так будет играть. Нет, не такая резина, резиновая стропа. Ну, это шок-корд. Нет, не шок-корд, толстая резиновая стропа. Все, я тебя понял. Это, ну, типа, короче, пластиковая кожа, которая... Типа петли. Того, все, да. Все, я понял. Прорезиненная, да. Вот. Прикол какой с ножом еще? Я очень сильно бодался за то, чтобы вот эти вот крепления были высоко, и для того, чтобы и рукоятка была утоплена. Почему? А я наоборот сделал, чтобы они вот здесь у меня на химерах через... Вот тут была вторая проставка. А вот у меня всегда проблема, если так делать. Я объясню почему. Вот покажем на примере ножа Алексея Пономарева. Угу. Когда ты ходишь, нож болтается, и в какой-то момент происходит вот такая вот история. И он начинает просто болтаться на штанах. Собственно, вот такая будет накладочка новая. Вот это будет... А, ну ты вот ее вот здесь в распор пустил, да? Угу. Все, я понял. Потому что тут-то, видишь, места вообще нету для винтов. Ты, получается, вот здесь в раз. Это сделано, чтобы он максимально тоненький был. Чтобы меньше всего места занимал. А это вот те варианты, которые должны были быть.
О, ZT-шечка 301. Так здесь такая же текстура. Ну, ее тут-то не видно, а тут-то ее прям классно видно. Здесь ее очень классно видно, просто ZT-шки уже перестали это выпускать. А так хочется иногда. Я решил, а почему нет? Согласен. А почему нет? Такая приятная, такая шикарная. Мне карточка еще тоже нравится. Мне кажется, офигенно. Слушай, ну, класс. И когда ждем? Ждем к марту. Если ничего не случится, должны выйти партии 150 штук. Супер. Следить тоже у NC? Или следить у меня. Следить у меня в группе, ВКонтакте, Бармалей Knives. Супер. Спасибо тебе большое. До следующего клинка. До следующего клинка.